Давно готов. Отлично. Ты подъедешь как можно ближе к камере, понял? Разумеется. Мотор. К сожалению, кадр 53, дубль 1. Майк, пошел. Черт, я ведь тебе, кажется, сказал ближе к камере, а ты где остановился? Профессионал экстра-класса. Я остановлюсь в миллиметре от камеры, если ты не будешь меня нервировать. Надоели твои дурацкие советы. Что ты сказал? Дурацкие советы? Теперь я начинаю кое-что понимать. Можно узнать, что именно? Что я чуть не вышла замуж за хвостуна, за дебила. Ничего, у нас еще есть время все изменить. Тебя никто не собирается уговаривать, особенно я. А парочка была, что надо. Дебил и психопатка. Они на камере. Твое дело автомат, а машину предоставь мне. Тормози! Черт, тормоза. Что ты делаешь? Спокойно, все хорошо. Небольшой вираж. Не двигайся. Да, профессиональная работа. Это же надо так умудриться, негодяй растяпа. Извинись сейчас же. Да что, за негодяя? Нет, за растяпу. Дебила я еще могу простить. Но когда Мишеля Гоше называют растяпой, он превращается в чудовище.